Для нашого регіону актуальним є питання боротьби з незаконною вирубкою лісонасаджень. Так як на території слов'янського та лиманського районів знаходяться колосальні запаси лісів, вандали здійснюють незаконну виробку цінних порід дерев, аби здобути наживи. Скажу тому, що в будь-якому випадку ми не чекали команду прем'єр-міністра. У нас проводились мероприятия постоянно по крайній мере, з марта місяця. На сьогоднішній день в производстві Слов'янського відділу поліції знаходиться 19 уголовних производств в этом году. зарегистрировано 9 уголовных производств. Последнее уголовное производство, это вопиющий факт, это на месте задержали группу лиц, которая вырезала около 200 деревьев ценных пород, дубы и тому подобное. Лица установлены, транспорт и средства совершения преступления, бензопилы изъяты, судом наложен арест. Ущерб составляет от их деятельности 150 тысяч государств. Я впевнений, що в ближайше время дане головне производство буде направлено в суд, поскольку там сіліса встановлені. Якщо сума збитку не перевищує 100 дерев за незаконну вирубку накладається адміністративний штраф в розмірі 1700 до 3000 гривень, але ж це не звільняє правопорушників від сплати штрафи за надану шкоду державі. Понідільник було проведено координаційне совіщення. по результатам которого с правоохранительными органами, по результатам которого было принято решение о создании рабочей группы совместной с полицией, с администрацией Лимана, Славянского района, а также лесничества. Целью оперативного реагирования на факты незаконного выреза лесонасаждений, а также было принято решение повторно обратиться к Славянскую районную государственную администрацию о том, чтобы администрация взяла все-таки на баланс лесонасаждения, которые находятся на территории района, поскольку мы сталкиваемся с, со случаями, когда устанавливаем и лиц, которые незаконно вырезают, а по факту... Оказывается, що ці посадки не знаходяться ні у кого на балансі. Місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження по підприємствам, які здійснюють так звану санітарну вирубку лісів на територію Слов'янського району. Є много питань, в тому числі. У нас уже і арестовано один автомобіль з лісом і піли. Зараз проверяем, насколько наскільки проводят проводять санітарну вирубку, а не вырубку сплошную. там где несмотря потому что там нету контролирующего человека который постоянно смотрит какое оно дерево вырезают то ли оно подлежит санитарно то ли не подлежит в этом году было направлено в суд с обвинительным актом и приговором Лиманского суда осужден один человек по Лиманскому району к наказанию в виде штрафа а также после вступления приговора в силу было направлено прокуратурой иск о взыскании причиненного ущерба в размере 70 тысяч гривен, который на сегодняшний день также удовлетворен. Скажу одно, что каждая машина, которая проходит через блокпосты, она осуществляется очень серьезную качественную проверку. Все машины регистрируются, выезжают следственная оперативная группа, мы проводим параллельную проверку.